Всем привет, дорогие друзья! Уже по сложившейся традиции, первое, что я делаю, когда приезжаю в какую-то гостиницу, это записываю видео о своей комнате. Ну, вот как она выглядит. В этот раз я не в Рахат-Паласе, в этот раз я в другой гостинице. Гостиница хорошая. Вот ключик вставил пластиковый, и у меня включился свет. Вот, собственно, телевизор стоит такой, ну, небольшой, симпатичненький. Несколько зеркал сразу, большое окно, что я очень люблю. Из окна вид в другое окно, в окно, по-моему, парковки. Такая вот кровать, двухместная, с кучей подушек. Ну, это здорово. Подушки, они мягкие, поэтому я их люблю. Время в Алмате 6:23 местное время. Соответственно, в Москве еще уже 6:24. В Москве глубокая ночь, 4:24. Еще все спят. Особенно с учетом того, что сегодня суббота. Вот это вот мне приготовили на тот случай, если я проголодаюсь. Хотя сейчас я пойду позавтракаю еще обязательно. Вот такая вот красивая лампа. Еще одна красивая лампа. Номер в таком строгом достаточно стиле выполнен. В бежевых тонах. В классических. Вот это я, насколько понимаю, сплит-система. Пульт от нее. Ну и, в общем-то, если заглянуть в ванную комнату, посмотрим, что здесь. Ну, здесь все тоже как бы цивильненько, скромненько и со вкусом. Тоже большое-большое зеркало. Вот такая вот яркая лампа светит. Ну, наконец-то, в общем, я добрался. Дорога была весьма и весьма забавной. Чего я только не встретил по пути в Алмату. И радугу из окна, из иллюминатора самолета. И потерянные другими людьми телефоны. И кучу милых, приветливых людей, с которыми мне довелось столкнуться на стойках регистрации, на паспортном контроле, ну и так далее. В общем, слава богу, я здесь, жду новых приключений и уже жду обратной дороги в Анапу, потому что очень скучаю по детишкам, которых оставил на целых 3 дня. Ждите от меня новых видео обязательно и о моем выступлении завтрашнем, и о послезавтрашней работе с детьми. До новых встреч на моем канале!